Доброго времени суток, подписчики и зрители канала. И сегодня я снова вышел в Яндекс.Еду под вечер. Время сейчас 9 с копейками. Вот, упал мне первый заказ из ресторана «Папины бургеры». Взял слот с коэффициентом 0, плюс 0,4, плановый слот. Вот, ну, у нас тариф небольшой в Калуге. Вот, кто смотрит мой канал, знает. 50 рублей заказ, 15 рублей километр, умноженный на коэффициент. Вот. И сейчас жду мультизаказ, пока что опаздывает. Ну, возможно, там много народу. Вот, хотя пока только будний день. Вот. А может, они просто не прожали статус. Вот. Если вам не прожимает статус, иногда это не значит, что заказ не готов. Вот. Именно поэтому сейчас я пойду и буду спрашивать у них, готов заказ мой или не готов. Потому что на минималке я сегодня, наверное, не буду сидеть. 2 часа всего. Вот, заказы пока падают. Ну, посмотрим. Вот, тоже хотел пораньше домой пойти, но вышел на пару часиков еще подзаработать. Хотите работать в доставке и ищите надежного партнера? Подключайтесь к Expert Park. В 2024 году Expert Park получил награду как крупнейший партнер Яндекс.Доставка за последние 3 года. А значит, вы можете быть уверены в надежности, легальности и безопасности сотрудничества. Комиссия парка всего 50 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков. Круглосуточная поддержка и сопровождение на каждом этапе работы. Вы можете работать с парком как физическое лицо, но если хотите снизить риски, подключайтесь к парковым самозанятым курьерам в уникальной программе Expert Park 2.0 с комиссией всего 40 рублей в сутки. Но если вам уже исполнился 21 год и ваш водительский стаж более 3 лет, вы можете работать в такси через парк. Подключайтесь по ссылке в описании. Работайте легально и зарабатывайте вместе с Expert Park. Это я. Так внутри выглядит. Все, отдал второй заказ из этого мультика и полетел следующий в аптеку. Аптека Вита в самом центре Калуги на Ленина 73. Вроде как это. Все, сейчас вот вез на этой штучке телефон. А то уже темно. Вот. Так обычно использую вот эту вот, которая посередине руля. Туда проще телефон закинуть, ничего закручивать не надо и все. Так, сейчас поднимаемся обратно в горку. Заказ был прямо вниз. Так, сейчас. Вот так. Получше видно. Все, сейчас потихоньку поднимаюсь и везу следующий заказ. Время 21.40 всего лишь. За полчасика сделал 2 заказа. Итак, прошло еще несколько дней. Сейчас у меня смена в X5. Вот. А сегодня был дождь, ливень. Вот. Но сейчас прямо распогодилось и совсем светит солнце. Вот. И заказы пока что прекратились. До этого заказы вот за 2,5 часа я 8 заказов привез. А один заказ только был. X5, конечно, поменьше за мультизаказы платят, потому что за один заказ тебе платят и до ресторана, и до клиента, а за мультизаказ платят 1 раз за выдачу и 2 раза за то, что передал клиенту. То есть по нашему тарифу от 71 рубля. Работаю с Томокоровым Яндекс.Едым. Вот. Допускают возможность работы с другими термокарабами. Вот. Также можно получить в пункте выдачи и термокороб X5 Digital. Вот. Сегодня, возможно, еще выйду в Яндекс.Еду. Я заметил, что у нас очень высокий спрос с 21 до 23 часов. Вот. Я выходил примерно 2-3 дня назад в это время. И первый раз я заработал 915 рублей
с 20.49 до 23.01. То есть за 2 часа 14 минут вышло 915 рублей. При этом я вообще не торопился, ездил в спокойном темпе. Вот. Но на следующий день я потом вышел опять в это же время. Ну и мне надо было пораньше уйти чуть-чуть. Где-то полтора часа я проработал, заработал 460 рублей по отчету, там 465, по-моему. Вот. И тоже неплохой результат, я думаю. Вот, при том, что просто в одном ресторане я сильно задержался. У нас бывают некоторые рестораны, в которых приходится долго ждать заказ. Если бы мне упал другой ресторан, было бы, конечно, побольше. Но что есть, то есть. Как есть, так и рассказываю. Вот. А в тот раз, когда 915 рублей получил, там прямо быстренько все забирал. Долго нигде не ждал, может, чуть-чуть совсем. Там 5 минут буквально. Вот. Клиенты все отвечали, и, в принципе, нормально было все. Что-то вот уже полчаса без заказа сижу. Сейчас, ну, поеду, наверное, в сторону центра. Не знаю, может, еще долго заказов не будет. Вот. Телефон тоже садится. Пауэрбанки что-то все переломались. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Может, потом восстановится. Так. Вот. Тут эта штука у меня поломалась. Надо будет заменить. Вот я такой же второй купил. И седло. Ну вот, вышел все-таки в Яндекс.Еду. И один заказ подхватил. Время было уже больше 10 вечера. Вот, 22.10 он мне прилетел. Вот, достаточно большое расстояние относительно. Вот, но коэффициент был 1.2. В регионах, конечно же, этот коэффициент очень низкий. В Москве даже с этим коэффициентом неплохо можно заработать. Но тут, несмотря на то, что расстояние было, ну, приличное достаточно, заплатили 98 рублей, и с них еще налог, то есть 92 рубля, грубо говоря, чистыми. Вот такие вот дела. А самое интересное, что в ресторане я прождал минут 40, потому что делал я заказ 52 минуты. Вот так вот бывает. То есть это как повезет. Вот, так что, если надумаете выходить, будьте готовы вот таким заказом. Это еще хотя бы 98. Бывает, заказы у меня недавно был 57 рублей. Вот, ну ладно, на сегодня, наверное, пока хватит. Выпуск примерно минут на 10 получился. Вот, буду заканчивать. Вот. До новых встреч. Вот сейчас Калуга, 11 часов с хвостиком.